Good morning, Morgan. You're not going to like what I have to say next. Всем привет, меня зовут Константин, и сегодня мы продолжим с вами проходить фантастический шутер Prey. Итак, наш главный герой Морган пошел в долгий и весьма интересный обходной путь, чтобы достичь Эмбрария, локации, через которую он сможет попасть в хранилище данных. Начинаем мы. Psychotronics is the opposite of safe, Morgan. What are you after? Someone's helping you. Is it Mikaela? Elazar? I can eavesdrop on your brother's messages. We're in agreement on this one. Get through this place fast as possible. You're looking for a maintenance airlock to a utility tunnel called the Gut. It'll take you all the way to the top of the station. Совершенно верно. Начинаем мы с лаборатории психотроники. Ну что же, первое, о чем я хочу сказать, что в этой локации будет очень много надписей на русском языке, ну и мы вскоре поймем. А почему? Хотя напоминаю, что я играю в оригинальную английскую версию. И еще здесь я советую почаще смотреть на потолок и осматривать все. Там очень много можно всего интересного найти. Итак, прежде всего мы выходим вот в этот вот центральный круговой зал и видим, что там внизу бегает мимик, который прямо на наших глазах нахально растворяется, прикидывается предметами. Ну вот так вот его расстреливаем. Итак, с нами связался Алекс, предостерегает нас, чтобы мы держались подальше от этого места, и то же самое советует сделать Январь. Но на самом деле эта локация очень интересная, я бы даже сказал, одна из самых интересных в игре, хотя и, ну да, в ней будут и довольно-таки много трудных моментов. Ну вот, например, видим клетка ДГ-3. Значит, очевидно, здесь находится та самая лаборатория-клетка, которая была построена в давние времена Советским Союзом, и где проводились какие-то эксперименты. Итак, прежде всего мы видим здесь, проходим вот немножко дальше станцию охраны, она заперта, но мы сейчас попробуем ее с вами открыть. Так, только я на всякий случай проверю вот эти вот предметы, что это предметы, а не мимики. Так, ну конечно, можно попробовать ее взломать. Но мы видим там вот компьютер станции. И вот если мы разобьем стекло и возьмем арбалет, давайте уже попробуем, попользуемся им, то вот так вот мы можем выстрелом по кнопке утилиты добраться до меню от разблокировать двери. И теперь надо постреливать. Значит, всегда советую целиться чуть-чуть выше кнопки, чтобы попасть туда, куда вам нужно. То есть вот видите, если вы будете стрелять точно в кнопку разблокировать дверь, то вроде будет попадать вот так вот. Все хорошо. Арбалет реально полезная штука, ну или дротикомет. Итак, что сказал нам Едварь? Он советует нам побыстрее покинуть это место, оно прям очень страшное, и через него мы должны добраться до следующей локации технологического тоннеля с нулевой гравитацией, который называется ГАЦ. Ну и о котором названии, который мы в свое время поговорим, когда до него доберемся. Так, здесь вот мы можем скачать карту всей вот этой большой локации лаборатории психотроники. И внимательно это изучаем. Я сразу говорю, видео будет очень большим, поэтому мне, скорее всего, придется его разбить на две части, чтобы полностью осмотреть всю лабораторию. Также здесь мы сможем продолжить квест «Исчезающий труп», ведь сюда ссылается указатели. Здесь нам надо найти труп
доктор Беллами. Ну и по поводу локации ГАЦ или Сагита, как его правильно называть, еще раз я расскажу об этом, когда мы до этой локации доберемся. Итак, давайте здесь пока быстро осмотрим станцию. Там было единственное письмо. И все здесь пособираем полезное. Здесь вот можно найти турели. Читаем книгу «За железным занавесом». И немножко забегая вперед, скажу, что нам здесь предстоит именно в этой локации очень много интересных открытий сделать, которые даже весьма немножко, ну, а может даже и немножко изменят и разнообразят наш геймплей. Но не будем забегать слишком вперед. Так, здесь можно найти еще один пистолет, как и со всем другим видами оружия. Я его разберу на запчасти. И так как мы здесь нашли оружейный апгрейд, то давайте проапгрейдим лучемет, так как я им планирую уже в очень скором будущем начать пользоваться. Прокачаем у него время, в течение которого из него можно стрелять. И также немножко улучшим целостность оружия. Ну, я думаю, что все. Можно отсюда выходить. Я еще раз только быстро пробегусь по инвентарю и посмотрю на навыки. Нейромодов у нас пока что больше нет, но ничего страшного. Итак, здесь вот мы можем поставить гипс кляксу, который будем называть, и запрыгнуть вот на этот тоннель. И посмотреть, что там есть интересного на потолке, вот на этом, на полуразрушенном. В принципе, на этот, на фальш-потолок, на него даже можно вообще забраться и прям по нему ходить. Советую это делать здесь еще раз, так как в некоторых местах, ну вот здесь вот вроде ничего особенного не было, а вот в некоторых местах там может быть найти что-то полезное. Итак, теперь давайте заходим вот в эти душевые кабинки. Одна из них завалена тяжелым предметом, а вот вторую можно зайти, и мы слышим здесь фантом. Ну что ж, давайте с ним совершим какую-нибудь пафосную вещь. Ага, и он тут, собственно, не один. У нас тут еще кто-то замечает. Возможно, там мимик. Ну, давайте зальем его из гипс-пушки и отстреляем. Вот, у нас тут даже был именно фантом. Криспин Бойер. Ага, так, и видим мимика. Паразит. Взял и во что-то превратился. Так, ну мы видим два одинаковых предмета, давайте попробуем их расстрелять. Это я запомнил, что вот эта вот голубая бутылка... Ага, вон он. Голубая бутылка, она здесь была изначально. Но оказывается, вторая бутылка, это тоже была бутылка. Так. Ну что же, где же этот гад тут прячется-то? Как вы понимаете, не люблю оставлять врагов за спиной. Ага, вон он куда-то убежал. Так, и здесь мы находим книгу, цикл записок Покорителя Звезд, книга третья. Если вы помните, я говорил, что за прочтение всего цикла, а это 6 книг, мы получим достижение. Поэтому советую эти книги не пропускать. Ну, если вы, во всяком случае, охотитесь за достижениями. Так, вот он. Боже, как же с ним тяжело разбираться. Так, вот здесь мы видим проход дальше и какие-то вот тут горят восклицательные знаки. Так, вход. Так, и мы получаем... Ага, вот и мимик. И мы получаем сообщение, что для прохода дальше обязательно требуется психоскоп. Из него мы пройти не можем. Так, давайте с этим гаденышем разберемся.
И, ну что я могу сказать, так как нам надо пройти туда вперед, нам придется искать психоскоп. Заодно мы узнаем, что это такое за штука. Так, вроде пока здесь больше опасности нет. Заходим теперь в другую душевую кабинку, которая с той стороны была завалена тяжелыми предметами. Для начала я здесь все осмотрю. О как! Видели? Отскочил рулон туалетной бумаги. Сам собой. Хм. Так. Ага, вот он где. Вот так, получай. Самая страшная смерть. В унитазе и спускаем его туда же. Да. Очень забавный туалетный юмор. Ну да ладно. Итак. Ну, мы здесь можем подобрать еще один разводной ключ. Давайте его сразу же разберем, чтобы не захламлять наш инвентарь. И мы видим здесь пролом в полу, ведущий куда-то вниз, в подземной коммуникации. Ну, давайте туда спрыгнем. Мы нам все равно идти больше некуда. Так, здесь мы подпираем аптечку. Так, мы видим там вот коридор. Слева он замурован гипс пены, а справа тяжелыми предметами. Ну что ж, давайте попробуем пройти налево. Только что-то мне подсказывает, что то ли там кого-то замуровали, то ли там нам уготована засада. Ну вот есть у меня такое предчувствие. Но определенно эту гипспену проще разбить, чем отодвигать. Вы видели? Система подсказывает нам наш костюм, что там мимик прячется. Ну ладно, давайте разберемся с ним или с ними. Сейчас мы это выясним, сколько их там. Я думаю, как лучше поступить. Ага, ну понятно, целая куча. Давайте, ребята, подходите. Только не все сразу. Добиваем всех этих паразитов. И там мы видим впереди какое-то очень интересное свечение. Что-то там лежит. Так, еще один. Давайте разберемся сначала. Но будешь ты сегодня выходить или нет, мерзавец? Вы обратили внимание на интересное поведение мимиков? Они, даже когда они ни на кого не нападают, они постоянно как будто телепортируются. То исчезают, то появляются на том же самом месте. Любопытно, с чем это связано. Наверное, это у них просто такая особенность. Так, ну вроде бы мы со всеми с ними справились. Давайте уже пройдемте сюда. Так, тут мы видим только бесхозные тяжелые ящики. Так, впереди валяется гипс-пушка и очень интересное свечение и застывший в гипсе мимик, который освещается вот этим вот трупом, на котором надет какой-то шлем. Ага, вы видите, как интересно. Так, прежде всего мы подбираем новый чипсет, но это чипсет для психоскопа. И мы находим наконец-то сам психоскоп. Ура! Я вас поздравляю. Ну что же, это, конечно, безусловно, переломный момент игры. The psychoscope was a breakthrough. Apart from neuromods, it's the most important tech on Talos 1. Use it to scan the Typhon organisms if you want to learn what makes them tick. You invented it, by the way. Да, вот так вот ты живешь и узнаешь, что ты что так изобрел, а сам об этом даже не знаешь. Выходит, Морган даже его изобрел, это легендарное устройство. Итак, теперь, когда у нас есть психоскоп, мы можем с его помощью изучать всех, вообще всех. Как монстров, всех роботов и даже людей. Итак, у нас появилась подкатегория
чипы для психоскопа, но давайте прежде всего изучим вот этого застывшего мимика. И мы видим, что у нас появился раздел исследования, вернее, он был раньше, но он был пустой, теперь он пополнен. Ну давайте сначала убираемся от этого трупа, а то, как знаете, вдруг еще живет у нас за спиной. И, наконец-то, мы пройдем ветку нейромодов, где произошли очень существенные изменения. Также обратите внимание, что в разделе статусы Morgan U появился новый значок. Я немного попозже об этом расскажу. Вот мы с вами изучили мимика, и мы теперь можем почитать информацию о нем. О том, что это за твари, причем сканировать их надо, чтобы полностью изучить несколько раз. Вот количество делений показывает, сколько именно, 6 для мимика. Также еще есть закладка статистика, она в общем-то есть уже давно, но я вот мне решил заглянуть только сейчас первый раз. Там полная информация о том, что, о всех ваших достижениях в игре, что вы подобрали, что установили, кого убили и так далее. Ну, давайте же перейдем наконец-то в раздел нейромоды. Итак, у нас здесь появилось много всего интересного. Прежде всего, раздел ученый. Мы видим псионный навык, который повышает запас пси-энергии. Да-да, у нас теперь появилась третья шкала. Пси-энергия. Также нейростимулятор, более эффективное использование пси-стимуляторов. И психотроник. Это самый полезный, на мой взгляд, который позволяет открывать дополнительные две ячейки и вплоть до всех 8 гнезд под чипы для психоскопа. Но самое интересное, это то, что теперь появились целых новых три ветки, так называемые способности тифонов. Да, это чрезвычайно мощные фантастические способности, это целых три подраздела: энергия, трансформация и телепатия, которые дадут вам необычайное могущество, но за которых вам, возможно, придется поплатиться. И вот теперь обратите внимание, что всякий раз, когда вы включаете психоскоп и видите любое живое существо, вы так вот его можете сканировать. Главное, чтобы только его ничто не загораживало. Иначе сканирование у вас не получится. И вот так вот, изучив двух уже мимиков, мы видим, что в разделе «Трансформация» у нас теперь открылись новые навыки. Таким образом, мы понимаем, что для того, чтобы использовать навыки тифонов, надо сначала изучить соответствующих монстров. То есть, например, для мимикрии, способности превращаться в любые предметы, надо, понятное дело, изучать мимиков. Ну и так далее. По ходу действия мы с вами будем открывать все больше и больше информации. Так, что-то я не могу подстрелить с того мимика, его, наверное, нафиг. Давайте теперь пройдемте вот туда, в ту часть, где лежат тяжелые ящики. Совершенно верно, используем на них утилизирующую гранату, чтобы превратить их все в мелкие полезные ресурсы и таким образом пробраться сюда и посмотреть, что же там есть интересного. Здесь мы видим, во-первых, заряды к гипс-пушке. Итак, мы уже с вами установили, как вы заметили, наш первый чип для психоскопа обнаружения мимиков. Он позволит нам обнаружать всех притаившихся мимиков, которые превратились в какие-то предметы. И вот здесь вот в шкафчике Supplies мы находим второй чип — удаленное сканирование. Конечно же, тоже устанавливаем. Он позволит нам сканировать всех существ с гораздо большего расстояния. И это не раз нам пригодится. Так, вроде бы здесь больше ничего нет. Там глухая решетка, и пролезть через нее мы бы вряд ли бы смогли. Так, давайте теперь попробуем забраться сюда, где он сидит, вот тут маленький негодяй. Да, я уверен в том, что многим в моем прохождении покажется уж слишком много фейлов. Ну, ребята, уж извините, я показываю игру так, как мне ее проходить, так как я прохожу. Поэтому не обижайтесь, у меня не такой уж большой опыт прохождения таких игр, но тем не менее хочу показать вам, как у меня это получается. Да, не так-то по нему просто попасть. Но у нас есть с вами проблема наверху, там появились фантомы, даже, по-моему, целых два. Если мы сейчас вылезем, они на нас набросятся и
исход такой встречи непредсказуем. Я, если честно, не очень хочу рисковать. Поэтому давайте, знаете, что сделаем? Лучше всего попробуем бросить туда отвлекающую приманку для тифонов. Так называемый этот ночник. Пусть она их отвлечет внимание хоть на какое-то время, а мы попробуем пробраться у них за спиной. И заодно, конечно же, их изучим. Не ленитесь всех изучать. Так как, изучая монстров, вы будете узнавать все больше и больше данных о них. И самое главное, вы будете открывать доступ к соответствующим умениям. Конечно, если установка способности тифона входит в ваш план. Так, они меня все-таки обнаружили. Ну, я поэтому быстро решил убежать. Потому что драться там с ними двумя в таком узком замкнутом пространстве извилистом не очень тут хорошие затеи. Я попробую отсидеться вот здесь. Так, все, вроде бы он меня уже теряет из виду. Благо скрытность у меня более-менее прокачана. Ну что же, теперь давайте попробуем подползти, и может быть у нас даже получится его сейчас с вами изучить. Вот так вот. И осторожно выключаем. Psychoscope required beyond this point. Все, отлично. Сейчас мы почитаем информацию о нем. Советую каждый раз и продвигаясь по степени изучения каждых монстров, все время заглядывать в раздел Research и читать, так как здесь будет появляться новая информация. В частности, мы узнаем, что фантомы это на самом деле захваченные тифонами трупы людей, поэтому они даже способны воспроизводить человеческую речь. Этим, наверное, и объясняется, почему они часто бормочут какие-то слова или даже повторяют, как вот мы это слышали накануне беседу психолога Матиас Коль с доктором Кальвина, если вы помните. Итак, изучив как мимиков, так и фантомов, мы узнали, что они уязвимы к гипс-пушке, поэтому это является главной рекомендацией при борьбе с ними. Сначала их нужно обездвиживать и после этого уже уничтожать. Так, здесь нам вылетает знакомый уже нам по началу игры научный оператор. Давайте его тоже изучим. Всех операторов, разумеется, можно и нужно изучать. Ну и почитаем информацию о нем. Научный оператор позволяет нам пополнять наш запас пси-энергии. Ну и напоминаю, что медицинский, соответственно, восстанавливает здоровье, а ремонтный восстанавливает нам прочность нашего костюма. Но в данном случае восстанавливать нам нечего, так как у нас запас энергии сейчас на максимуме. Ну что ж, теперь ставим вот в этот гравитационный лифт и поднимаемся наверх. Так, и мы получаем продвижение по нашему плану. Alright, Morgan, I know I can't make you stay put, but you're gonna die down there if you don't listen to me. I'm sending you the code to a safe in Director Kelstrup's office. I'm certain he's hidden neuromods there. Use them to install one of the Typhon abilities. That's what this is all about, Morgan. You spent 3 years of your life making it possible. Putting what they can do into us, you've just forgotten. Да, любопытная вещь. Вот так вот задумываешься, понимаешь, как много забыл наш Морган, да? То есть он тут и психоскоп изобрел, и в таких интересных исследованиях и разработках участвовал вместе с своим братом Алексом. И еще один вопрос, который тоже не дает покоя. Это его первая потеря памяти или нет? Мне что-то подсказывает, что далеко не первая. Ну ладно, давайте играть дальше, и походу мы разузнаем, возможно, больше информации об этом. Итак, если вы хоть раз уже воспользовались психоскопом и изучили хоть одного фантома, то Алекс предложит нам, вот как это было сейчас, посетить кабинет
доктора Келстропа, это директор, собственно, всей лаборатории психотроники, так как там у него в сейфе лежат ценные нейромоды, но забегая вперед скажу, что нейромоды там далеко не самые ценные. Но если же вы психоскопом еще ни разу не пользовались, то Алекс нам дал бы в этом случае еще квест изучить тщательно вот этих вот тифонов, которые здесь находятся. Ну, а именно фантомов. Фантомов тоже, как мы знаем, тифоны. И скажет нам, что это обязательно для калибровки нашего психоскопа, и без этого мы не сможем пройти дальше. Итак, вот мы открываем вот эти вот четыре камеры, где они содержатся. Ну, во всяком случае, в трех, по крайней мере, камерах были фантомы. И таким образом мы полностью сможем изучить обычных фантомов. Подчеркиваю, обычных, потому что есть еще другие виды фантомов. И изучив их, мы мало того, что узнаем полную о них информацию, там появился теперь такой раздел записки Моргана личные. Там советую читать, потому что встречается полезная информация. Но кроме того, мы изучили способности кинетические удары. Это способности фонов из раздела энергии. И мы теперь ее можем полностью с вами прокачать. Так, ну что ж, давайте залезем, точнее, через окно в кабинет вот этого директора Келстропа. Карты доступа у нас пока что нету. Но здесь можно разбить вот эту гипспену и пролезть в окно. Ну, прежде всего, давайте залепим вот эти вот бьющие разряды и починим, чтобы нас тут ненароком не ударило током. Если же вы умение ремонт не прокачиваете, то тогда вам, конечно, придется нелегко. Придется как-то от них прятаться или обесточить все помещение. И находим здесь труп директора, и у него аж целых две карты доступа. Так, здесь мы видим книгу, но мы ее с вами уже накануне не читали в отделе нейромодов. Сейчас мы обязательно откроем сейф. Так, здесь мы также видим исправный утилизатор, которым все непременно воспользуемся. У нас уже тут накопилось приличное количество всякого барахла. И давайте теперь тщательно исследуем здесь все помещения. Во-первых, обратите внимание вот на этот люк, ведущий в какой-то лаз техобслуживания. Там находится генератор, с которым можно все обесточить. И теперь мы видим, что там лежит предмет, который на самом деле наш психоскоп распознает как мимика. Вот так вот мы его можем с вами изучить. Но не советую прежде времени его выпускать оттуда. Кстати, сразу забегая вперед, скажу, что здесь можно получить сразу несколько достижений. Давайте этим сейчас займемся, раз мы уже с вами выбиваем все достижения в игре. Итак, здесь мы видим компьютер Ганса Келстропа, директора. Мы его сейчас обязательно изучим. Также читаем здесь книгу «Мимикрия тифонов». И вот он, сейф. Код от него мы знаем, он генерируется каждый раз случайно образом. Его нам переслал Алекс. И здесь мы находим вместе с нейромодами план-схему изготовления этих самых нейромодов. Морган, a warning. If you scan enough Typhon organisms, you'll be able to install neuromods that are powerful, but they're the reason we're in this mess. For one thing, the station's defensive turrets will identify you as an alien threat. There might be worse consequences I can't yet see. I don't want you to lose yourself. Да, январь, спасибо за предостережение, и он, безусловно, прав. С одной стороны, нейромоды тифонов — это очень сильное и неоспоримое могущество. С другой стороны, это очень крупная проблема и неприятность. Но, тем не менее, забегая вперед, скажу, что я собираюсь их устанавливать и активно ими пользоваться. Ну что же, мы с вами уже хорошенько изучили мимикрию. Давайте поставим наш первый в игре нейромод тифонов. Мимикрия. Поздравляю вас. Ого. Это что это сейчас интересно такое было? Как это было? Ты помнишь? Первый раз ты
itself had bent its knee, waiting for you to decide. You moved my chair without touching it. It gave me chills. The possibilities. You became something new that day. Something higher. I knew then, as I believe now, that our mission is to lift up all humanity in the same way. Итак, мы установили наш первый нейромод тифонов, и теперь мы читаем обучение про так называемое пси-прицеливание. Многие так называемые силы тифонов, которые мы изучаем, требуют предварительного прицеливания. Вот так вот, зажав, если вы играете на PlayStation 4 клавишу L2, вы можете прицелиться. Но видите, сейчас ничего не получается. Предмет, которого вы хотите превратиться, должен светиться желтым. Все дело в стекле. Дело в том, что между вами и предметом, в который вы хотите превратиться, не должно быть абсолютно никаких препятствий. Поэтому вот надо так вот присесть на корточки. Подползаем. Напоминаю, что этот предмет на самом деле мимика. И мы таким образом имитируем мимика и получаем достижение. Ну а теперь давайте с ним расправимся. И я советую, коли мы уж с вами наконец-то получили психоскоп и задействовали пси-способности, теперь у нас есть соответствующая шкала, мы теперь можем прокачать умение. Это человеческое умение в разделе Security, Безопасность, Боевая концентрация. Она дает просто колоссальное преимущество в бою, позволяет, как вы уже правильно догадались, замедлять время. И давайте сейчас тоже получим достижение. Так, нажимаем старт. И этот предмет, а точнее мимик, вываливается к нам. Мы уже включаем концентрацию и убиваем. Так вот мы получаем достижение «Мертвая тишина». Очень хорошо. Ну что же, и теперь, когда мы с вами научились создавать свои собственные нейромоды, мы можем теперь этим заняться. Сейчас давайте наготовим их целую кучу и прокачаемся по максимуму, насколько возможно. Обратите внимание, что ресурсов для создания нейромодов требуется, в общем-то, прилично. И главным образом это экзотический материал, что, в общем-то, ничего удивительного, так как, напоминаю, нейромоды, они основаны на... были созданы на основе тифонов, то есть инопланетных организмов. Поэтому они требуют очень много экзотического материала. И нам его будет очень сильно, очень много не хватать, поэтому я уже планирую в ближайшее время открыть умение Autopsy, которое позволит нам выковыривать полностью все из всех видов тифонов, из мимиков, фантомов и прочее, так называемую опухоль тифона, которая будет давать нам еще больше материал. Давайте вот эту вот опцию сейчас прокачаем. Вот эту возможность, точнее. И теперь мы сможем подбирать опухоль. И если вы хотите пройти по максимуму, получить все квесты в игре, я советую вам как можно скорее понаделать как можно больше нейромодов. Вы вскоре поймете, почему. В общем, сейчас я пока попробую тут переработать, побегаю туда-сюда. Чтобы сделать как можно больше нейромодов. Итак, теперь давайте изучим с вами компьютер директора. У него целых 104 письма. Обратите внимание, что здесь упоминается персонаж доктора Анализа Гальегос. Она связана с очень интересным побочным квестом, к которому тоже скоро уже приступим. И также обратите еще внимание в переписке про подопытного номер 37. Латинская буква V означает волонтир, ну и, соответственно, в переводе как она, D – доброволец. И самое интересное у директора Келструпа – это его утилиты. Здесь целых два V, целых две утилиты. Первый открывает секретный вход в студию, где находится зеркало, куда мы спустимся обязательно.
А со второй запускается целых два видео. Первый «Контакт», 1960 год. Давайте с вами посмотрим теперь. И второе видео называется «Ткач». Итак, суть по всему, эта информация была засекречена, о ней мало кто знал. Это советские космонавты на орбите в 1960 году на вымышленном спутнике на маленькой космической станции «Ворона», по-моему, один. Мы немного позже об этом чуть больше узнаем. И мы видим, как космонавты атакуют мимик. Собственно, так вот человечество познакомилось с этими существами. И теперь смотрим второе видео «Ткач» 1965. Это когда была построена клетка, и вот это мы видим, вот этот самый спутник «Ворон-1», который облепили мимики. И вот давайте полюбуемся на них. Они что-то такое делают, как что-то пытаются создать или сотворить. Видите, они как будто атакуют одного из мимиков, и с ним происходит какая-то удивительная метаморфоза. И вот мимик превращается в какое-то удивительное, я бы даже сказал, очень даже красивое существо. Явно это уже не мимик, хотя, конечно же, это тоже Тифон. Ну, о том, что это за существа, мы обязательно с вами разузнаем. Так, ну что же, как я сказал, вот этот вот вентиляционный лаз, он открывает проход генератору. Если хотите, сюда можно залезть, посмотреть, что тут есть интересное. Только не забывайте теперь всегда включать психоскоп, чтобы детектировать, то есть замечать спрятавшихся мимиков. Ну, там, как я говорил, находится только генератор, который позволяет обесточить это помещение, чтобы вас не били разряды тока. Это в том случае, если вы не прокачиваете умение ремонта и не умеете ремонтировать неисправное оборудование. Ну, я, как вы помните, его уже исправил. Так, и теперь давайте вот спустимся сюда вниз. Это секретная маленькая лаборатория, куда, судя по всему, мог спускаться только директор Келструп, да? И посмотрим, что у нас здесь есть интересное. Так, здесь мы видим записанное аудиосообщение лежит на полу. И, судя по всему, станция зеркала, да? Looking Glass. Так, здесь еще один вентиляционный лаз. Я предпочитаю психоскоп не выключать. Все время предпочитаю просматривать. Чтобы не хочу, чтобы на меня кто-то внезапно нападал. Ну что ж, давайте послушаем это аудиосообщение. Calvino, what did you do to my conference room? Yes. I was just about to call you. All I see is a dot. Yes, that's right. It's the calibration system for the new touchscreen. You only have to run it one time. Are you kidding me? Just follow the dot. When it turns green, touch it. It should... Damn it, Calvino, I do not have time to play sing-along with your bouncing ball. Да, знаком ли нам доктор Кальвина с его забавным произношением? Hans, we need to talk так, и еще одно коротенькое сообщение от Алекса по поводу уже упомянутой анализы Гальегос. Так, здесь, не пропустите, мы находим с вами чипсет. Давайте посмотрим, что он нам дает. Выполнение атаки из скрытности восстанавливает небольшое количество здоровья. Ну что ж, хорошо, давайте поставим. Тем более у нас еще там есть свободная клеточка, для свободное гнездо для чипов. И вот теперь обратите внимание, я вам хотел рассказать, в статистике Моргана вместе со значком радиации теперь появился новый значок «Человеческая фигурка». И он у нас наполовину закрашен фиолетовым. Что это значит? Это означает, сколько теперь у Моргана установлено инопланетных нейромодов-тифонов. И это будет играть очень важную роль, так как от этого будет зависеть то, как будет все окружающая обстановка, включая, кстати, турели, на вас реагирует. Но об этом немножко попозже. Я подробнее расскажу. То есть, как я уже говорил, нейромоды тифонов дадут вам колоссальное могущество, но вместе с этим принесут вам кучу головной боли и неприятностей.
Так что следует подумать, стоит ли их устанавливать. Но я уже точно определился, что буду, так как хочу вам показать все возможности, которые дает игра. Ну что же, Кальвин упоминал здесь, что он установил тут какой-то сенсорный экран, и его нужно откалибровать, для чего надо несколько раз нажать вот на сим. Вот так вот, раз, два, еще раз. Фух. О боже. Вот ты, ребята, когда я первый раз проходил, я на этом месте так подпрыгнул, что, по-моему, чуть не упал со стула. Это реально был очень страшный момент в игре. Очень классно. Ну что же, это провоцирует вот эту калибровку экрана, выход фантома. Нападение фантома. Обычного, это не какой-то там босс. Мы их уже полностью с вами изучили, но давайте с ним расправимся, чтобы не тупился у нас тут под ногами. Так, только у меня почему-то что-то сбилось с настройкой оружия, почему-то у меня, возможно, это после установки психоскопа, но это явно баг или глюк, но почему-то ружье больше не стоит на горячей клавише. Ничего страшного, потому что попозже я его верну туда-обратно. Так, ну справились с этим мерзавцем. Да, реально напугал. Кстати, обратите внимание, что в переписке, точнее в звуковом сообщении, когда Кальвин объяснял директору Келстропу, как настроить систему, Келстроп раздраженно сказал, что я не хочу подпевать под ваш подпрыгивающий шарик. Это, если вы не поняли, это такая фишка, которая очень популярна в США и вообще в странах Северной Америки. Она типа как караоке, когда вы читаете текст и можете петь, и шарик под прыгающими словами показывает вам, какое слово сейчас надо петь. Собственно, отсюда и пошло подпрыгивающий шарик. К сожалению, наши русские переводчики не перевели это толком, поэтому я решил вам показать дословный перевод, как я его перевел. Так, ну что же, вроде бы мы с вами здесь все осмотрели. Так, еще раз о нейромодах тифонов. Пока вы их себе не устанавливаете, вот этот вот новый символ человечка будет светло-серым. Если вы себе поставите хотя бы один или два, но не более двух нейромодов, давайте, кстати, понаделаем еще нейромодов и прокачаем еще что-нибудь. То пока вы себе поставите, если вы себе поставите только один или два нейромодов, то, да, кстати, теперь можно открыть эту дверь, то вот этот значок, он будет наполовину фиолетовым. То есть это значит, что турели будут сомневаться, кто вы, человек или тифон, но атаковать вас не будут. Если же вы себе поставите три или больше нейромоды тифонов, то у вас появятся проблемы. Для всех турелей вы станете врагом, таким же инопланетным монстром, и они при виде вас будут открывать по вам огонь. И это, собственно, и объясняется, для чего у всех турелей есть функция взлом, взломать турель. Это чтобы тем не менее перепрограммировать ее, чтобы она перестала вас атаковать. Так, ну что же, теперь, когда мы все здесь изучили, давайте пройдемте с вами вперед и посмотрим, что нас там ждет интересно. You were so driven in the beginning. My mistake was agreeing to put you at the center of the tests. That's when you began to drift away from me. We're close to understanding what they're after. What they're building. Just need a little more time. Да, безусловно, красивый момент. Ну что ж, мы видим здесь вот эту вот станцию-клетка, мы видим вот этот советский спутник и вот это удивительное красивое существо по имени Ткач. Ну что ж, давайте почитаем информацию о нем. Это, наверное, одни из самых безобидных тифонов в игре. Ну как безобидные, они во всяком случае не идут в атаку, но
пакости, тем не менее, доставляет изрядное количество. Они его могут из трупов людей, собственно, создавать различных видов фантомов, в чем мы вскоре с вами и убедимся. Вот обратите здесь надпись. Не загораживать. Серпасты молоткастые, да? Так, мы видим здесь два тоннеля. Там в одном он бьют струи пламени из пробитого, судя по всему, газопровода. Сейчас я опять переназначу клавиши, хочу вернуть на место свою верную Росбайту, чтобы бьют, она почему-то исчезает. Так, и мы видим, что оттуда бегут мимики. Ну, давайте попутно схожу. Изучим быстренько. Так они же твари вертки очень. И... Все, убежал. Ну ладно, значит в следующий раз. Так, можно идти по любому из этих тоннелей. Да угомонишься же ты, гад, а? Да прыгай тут у меня под ногами. Так, все, изучили. Отлично. Так вот, я предлагаю сейчас пока что не идти по тем тоннелям, туда мы пойдем уже дальше, уже это будет на следующем видео для продвижения по основному сюжету. А сейчас я предлагаю тщательно поизучать весь второй этаж, который находится там, где, собственно, находится центральный вот этот зал Атриум, из которого мы сейчас только что вышли. Мы сейчас были на первом этаже, где офис директора, да? И теперь я предлагаю подняться на второй этаж, там очень много всего интересного. Давайте только пособираем все с трупов мимиков, все их ингредиенты, потому что они нам понадобится для изготовления нейромодов. Так, здесь мы видим окошко, ведущее к внутрь станции охраны. Туда можно попасть различными способами. Можно, например, аккуратно выстрелить отсюда арбалетом. А можно, как мы теперь умеем с вами делать, превратиться в кружку или любой маленький предмет. Ведь у нас теперь есть мимикрия. Ну, а можно туда попасть и узнав код доступа. Но это я уже предлагаю ставить, но потом уже на следующее видео. Давайте пока что займемся с вами вторым этажом. Не забывайте только заглядывать под лестницу. Вы можете идти здесь в любой из проходов, но в проходе напротив лестница обломана. И там, чтобы подняться на второй этаж, вам придется воспользоваться гипс-пушкой и построить лестницу. А здесь лестница целая, как мы видим. Еще один труп мимика. Собираем с него все полезное. Осматриваем. Также обратите внимание вот на эти вот висящие баллоны над потолком высоко. Это секретное место. Мы туда обязательно с вами тоже наведаемся. Ну что ж, давайте теперь зайдем вот в эту лабораторию Б. Лаборатория Б. И прежде всего мы видим здесь множество самых разных предметов. Микроскопы, всевозможные оборудования. И они все обклеены записками. И вот наш психоскоп фиксирует также там прячущегося там мимика. Ну как, прячется. На самом деле он не прячется. Вот он. Давайте его подстрелим, что ли. Чтобы не создавал нам проблем. И огромное здесь мы видим кучу записок. На всех этих записках написано одно и то же. Не мимик, не мимик, не мимик. Но мы чуть-чуть попозже узнаем. Почему так было сделано? Здесь двое работали ученых, которые, видимо, когда тифоны вырвались на свободу, они спешно стали сканировать все предметы. Ну, это я тогда думал. И помечать все предметы, которые на самом деле являются предметами, что это предметы, соответственно. Ну, а не мимики, замаскировавшиеся под предметы. И сразу еще хочу заметить, что психоскоп, даже с установленным вот этим вот чипсетом, дающим возможность фиксировать затаившихся мимиков, срабатывает не всегда. Ну, не знаю, по какой причине. Проходя дальше по игре, мы встретим еще высших мимиков, которые вот этот вот чипсет определить не может. Так, обратите внимание, что здесь в одном из шкафчиков... Ах ты, гаденыш! Напал все-таки вот так. А я был уверен, что это здесь все уже просканировал.
В одном из шкафчиков здесь можно найти нульволновой трансмиттер, нульгранаты. Как, и если вы помните, я говорил, что это очень ценная граната. Так вот, к счастью, здесь мы сможем так хорошо пополнить ими карманы. Так, здесь эти гранаты встречаются, в общем-то, довольно-таки часто, вот именно в лаборатории психотроники. Так, ну что же, судя по всему, мы с вами хорошо изучили мимиков. Так, вот мы видим его там, давайте подстрелим, чтобы больше нам не мешал. И продолжим исследовать лабораторию. Так, еще один. Разобрались, ну и отлично. Я, ребята, также в свое время обязательно расскажу, почему мне не нравится русский перевод и почему я предпочитаю проходить игры всегда в оригинале, пусть даже мой английский далеко не совершенен, потому что русский дубляж очень часто портит и искажает все. Во-первых, он не точный. Я не могу сказать, что он совсем плохой. Нет, он может быть и неплохой, но лично мне он не понравился по многим причинам, которых я обязательно в свое время подробно расскажу, в частности, не только из-за неточности перевода, но и за откровенные отсебятины, которые иногда позволяют себе наши российские переводчики, когда переводят игры, что мне очень не нравится. Ну ладно, об этом позже. Так, мы заходим в еще одну лабораторию внутри лаборатории, биометрия поведения. Давайте посмотрим, что здесь есть интересного. Здесь мы видим целые запертые помещения и запертых там мимиков. Вот еще, кстати, можно почитать еще одну книгу из серии «Мимикрии тифонов». Так, и мы видим, там какой-то бегает предмет. Ага. Ну, понятно, что это на самом деле, конечно же, не предмет, а кто-то иной. Так, и почитаем здесь также почту. Теория мимиков. Да, очень интересно. Здесь вот, кстати, приводится версия объяснения, почему мимики постоянно телепортируются, даже находясь на одном месте, куда-то. В одной из версий они, возможно, попали к нам с помощью кротовой норы. Ну что же, это все очень даже интересно. Так, и также здесь можно зайти в раздел утилиты, где написано управление нуль волновым полем. Если нажать, то мы создадим там нуль волновой такой энергетический выстрел, который лишит этих монстров, соответственно, своих сил. Ну, давайте вот попробуем. Вот так вот можно здесь понажимать кнопки и исследовать. Обратите внимание на вопросительные знаки. Это мимик, но это какой-то новый вид мимика, да? И вот мы о нем только что что-то узнали новое. Это так называемый высший мимик. Не путаем их с просто мимиками. Они более сильные, более живучие. И они способны превращаться, в отличие от обычных мимиков, не только в маленькие предметы, а даже в очень сложные предметы, такие как, например, турели. А если вы их изучите, изучение высших мимиков даст вам, откроет вам способность изучить такое умение, как восстановление здоровья прямо в бою. И это очень полезная штука, я собираюсь это со временем прокачать. Но для того, чтобы изучить, открыть это умение, нужно этих тварей изучить как минимум штуки две. Мы пока что вот только одну изучили, ну, так что оставляем это на потом. А в комнате напротив мы видим вот это вот красивое золотистое свечение. Если вы помните, когда мы подошли к советскому спутнику и увидели нашего первого ткача, который мы отсканировали, там весь спутник был покрыт вот этим вот красивыми золотистыми нитями. Но сейчас мы чуть-чуть попозже об этом подробнее все разузнаем. Для начала я здесь все предпочитаю просканировать тщательно. Так, здесь можно подобрать приманку для тифонов, прочитать вот эту вот записку и запустить еще одно испытание. Так, записка. Не мимик. Понятно. Isn't it fascinating?
about those golden filaments like frozen light. The Typhon weave it out of thin air. The question is why? We have a lot of theories, but no solid answers. Not yet. I wish you were with me, Morgan. Not the way you are now. The way you used to be. I know we could tackle this together. Like old times. Да, как старые добрые времена. Что-то наш Алекс часто любит это повторять. Ну что же, мы только что узнали о том, что такое коралл. Вот эти вот загадочные то ли отложения, то ли формирование. Продукт жизнедеятельности, возможно, а возможно и нет. Который создает тифоны, а именно ткачи. Но для чего, с какой целью? Да, выглядит это все, конечно, очень красиво. Но есть ли для нас какая-то от этого польза или наоборот вред? Или это представляет угрозу? Или это просто красиво, и нам это никогда не понять. Так, ну что же. Давайте посмотрим, какие способности мы с вами получили. Вот вы видите, способность регенерации у нас теперь появилась, но мы ее пока не можем открыть, потому что мы еще недостаточно изучили высших мимиков. Также мы можем со временем научиться создавать своих собственных фантомов. Но это, я не знаю, есть ли смысл это прокачивать, разве что только для получения одного-двух достижений, возможно, в будущем. Сейчас я пока что не вижу смысла это делать. Я хочу как можно дольше побыть человеком, пока это еще возможно, чтобы во всякие турели нас не атаковали, хотя напоминаю, что январь нас предупреждал, могут быть и другие, еще более худшие последствия, о которых даже он сам не знает. Так, там мы видим, впереди стоит турель, это, судя по всему, просто турель, она нормальная, настоящая. Ну и давайте почитаем о ней тоже информацию. Очень хорошо. Там уже, судя по всему, кто-то прыгает и бегает. Сейчас нам придется опять расчехлить наше оружие и разобраться с этими мерзавцами. Так, в процессе, видите, я не уследил за пистолетом, он у меня так вот сломался. Напоминаю, что я играю в режим survival, и здесь надо следить за целостностью оружия. И такие виды оружия, как пистолет и гипс-пушка, выходят из строя довольно-таки быстро. Особенно если вы не часто пользуетесь, поэтому лучше всего не запускать их и периодически приводить их в порядок. Также немножко подлечусь. Теперь в результате наших выстрелов там вот эти вот образовались электрические разряды, поэтому лучше всего их всех тут залепить гипсом, чтобы можно было спокойно и безболезненно пройти вперед. Так, еще одно подразделение лаборатории Б. И здесь мы находим труп от одного из ученых, и у него есть аудиосообщение. Ну, давайте послушаем. I can hear the weaver through the walls. Son of a bitch is gloating, I know it. How are you holding up? I dropped a couple of nightlights to lure the phantoms away. Put sticky notes on every goddamn thing I'm sure isn't a mimic. You? Good. Safe inside the armory. Squashed a mimic that slipped in, but that's it. I got everything sealed tight. What's our plan? Wait for rescue? You know, if we make it, Alex is just going to pull our mods. You want to remember this shit? I think we could get out through the guts. Work our way up to the Arboretum. Okay, say the word. Так, ну что же, из сообщений мы узнаем, что вот этот вот тоннель с нулевой гравитацией ГАЦ, он через него действительно можно попасть в Дендрари, куда нам, собственно говоря, и надо по основному сюжету игры. Но мы туда пойдем сразу, немножко хочу сбегать вперед позже. Сначала мы здесь все тщательно исследуем. Возможно, даже вернемся в предыдущие уже посещенные нами локации. Ну, впрочем, там будет видно, пока что я не хочу забегать вперед. Я вот еще раз пробежался по всем разделам, показал, что здесь всего есть интересного.
Еще я хочу сказать, что я представляю перевод только для тех записок или сообщений, или почты, которые еще нам не встречались. То, что я уже встретил, я, соответственно, уже перевод не показываю, так как это уже было раньше. Так, вот впереди мы видим сломанную турель. В принципе, ее, конечно, можно починить, но сразу, забегая вперед, скажу, что она какая-то глючная. Вот, смотрите, я ее починил. Она теперь вроде бы целая. Но когда я ее взял в руки, внезапно ее целостность стремительно начала падать. И она сейчас опять у меня сломается. Я не знаю, с чем связано, это глюк или так задумано. Получается, только впустую потратил запчасти, так что вот запомните. Лучше турель не трогать. Так, ну что же, заходим здесь в новый офис сотрудницы Хелен Баркер Комс. Так, и психоскоп подсказывает, что там впереди мимик. Ну давайте с этим гадом разберемся, пока он на нас не набросился. Вот так вот. Да, обратите внимание, что для исследований всех видов врагов нужны живые образцы, то есть мертвые для исследования, соответственно, не годятся. Так, здесь находим третью часть книги «Мимикрия тифонов» с очень полезной информацией. Находим еще один нульволновой трансмиттер, очень даже хорошо. Нам пригодятся в хозяйстве. Так, и здесь мы видим компьютер вот этой сотрудницы. Давайте его почитаем. Это уже второй наркомпьютер, где мы узнаем о каком-то подопытном номер 37, который страдал или до сих пор страдает, если он еще жив, психическим расстройством. Это информация тоже полезная и в свое время даже нам, может быть, пригодится в будущем. Пока что просто запоминаю. Так, ну, вроде бы все. По-моему, там на потолок не запрыгнуть. Ничего интересного нет. Так, сейчас мы с вами зайдем в еще один офис. Он закрыт, но с помощью арбалета или превратившись в кружку, ну, я предпочитаю использовать арбалет, можно открыть дверь с помощью компьютера. Так, я хочу убедиться, что никто тут поблизости опасно не бродит. И здесь есть очень интересное аудиосообщение, мы с вами сейчас послушаем. А, нет, бродит, он там фантом ходит. Давайте с ним разберемся, что не напал внезапно на нас со спины. Так, очищаем его карманы. И теперь я предлагаю вот здесь вот разбить стекло. И послушаем вот это вот интересное аудиосообщение, которое представляет собой целую мини-конференцию из разных персонажей. In light of what we now know the Typhon are capable of, and not capable of, it seems prudent to revisit the Project Cobalt material. Igor, neuromods can already adapt Typhon material to the human mind. There's no reason in principle the reverse wouldn't work. Say you managed to insert human neurons into a Typhon. How will you know it was successful? The new neural structures would need to mature over a series of actual experiences. Or simulated ones. What? Simulate the experiences. Calvino. He has... Right, okay, look, it's fascinating, but let's focus on what we know is working. I don't want anyone devoting resources to this. Очень интересно, да? Мы даже видели участие там нашего Моргана. Так, ну что же, пока мы слушали сообщение, я тут безуспешно пытался открыть дверь, но из-за своей криворукости что-то у меня получилось не сразу. Но опять же, это потому, что стрелять надо всегда выше кнопки. Как бы я об этом уже говорил, но сейчас, например. Так, эту книгу мы с вами уже читали. Здесь подбираем заряды к лучемету. Оружейный апгрейд. Очень даже хорошо.
Ну, подберем также все расстрелянные болты. Немножко попозже я подумаю, что можно проапгрейдить. Так, ну в утилитах мы здесь видим только кнопку открывания двери и читаем здесь два письма, от которых даже немножко передергивает. То есть получается так, что исследователи, ученые здесь этих добровольцев испытывали, ну как можно сказать, подопытных кроликах на тифонов. Оставляли их наедине с тифоном и смотрели, что произойдет. Да, если честно, мороз по коже. Ну, вот так вот. Такая вот информация для размышлений. И обратите внимание на то, что Морган, в общем-то, принимал в этом самое, что ни на есть, непосредственное участие и даже отдавал команды. Но это мы узнаем позже. Там будет очень много таких неприятных, шокирующих моментов. Но тем не менее, он потерял потом память, он ничего не помнит, и как знать, как теперь все повернется. Решать, как говорится, вам, ну, нам, игрокам. Итак, мы находим здесь уже второй за игру шлюз выхода в открытый космос. Шлюз лаборатории психотроники. Мы им обязательно воспользуемся уже, наверное, в моем следующем видео. Там будет один небольшой побочный квест, для которого нам понадобится выйти в открытый космос. Но это уже будет в следующем видео. Это видео у меня так получилось уже очень длинным. Как вы видите по хронометражу. Так, теперь мы заходим вот в это крыло лаборатории второго этажа. Там мы видим какой-то очень интересный постер большой с надписью на русском языке. Сейчас мы получше с вами рассмотрим. Только я прежде всего хочу убедиться, что здесь нет никаких притаившихся гнусных тварей. Так, мы видим здесь вход в лабораторию А. Сейчас мы сюда тоже пойдем. Ага, вот он, мерзавец. Думал, что нас подловят, да? Расправляемся. Хорошо. Туда мы пройдем немножко попозже, в тот вот проход с надписью «Лаборатория». А, давайте сначала все тщательно осмотрим здесь. Лучше всего это делать с постоянно включенным психоскопом, дабы вовремя предотвратить атаку. И теперь давайте рассмотрим вот этот вот интересный постер «Во славу героев 1963». Так, очень хорошо. Приятно так на душе становится за советскую космонавтику, хоть это, к сожалению, все и вымышленные выдумки. Так, судя вот по вспышкам и звукам, здесь находится фантом. Что, давайте с ним разберемся, благо у нас теперь есть боевая концентрация, то делать это, как вы видите, несравненно легче. Так его добиваем, он... Нет, не добил. А теперь добил. И обшарим его карманы. Кстати, этот фантом был когда-то вот этой самой Хелен. Компьютер, который мы никому не читали. Да, вот такая вот печальная судьба. Ну что же, здесь с распределителя операторов можно вызвать оператора. Этот оператор у нас с вами медицинский. Медицинского мы еще не изучали, мы изучили только научного. Поэтому тоже давайте, соответственно, изучим. Ну и читать справочную информацию. Очень даже хорошо. Так, не забывайте, конечно же, как всегда, проверять все шкафчики, осматривать и все углы. Ну, в общем, все как обычно, ничего нового. Все, из лазарета теперь можно выходить. Так, вот мы видим второй этаж и обломанную лестницу. Итак, и обратите внимание на закрытую дверь с надписью «Анализа Гальегас». Это ее кабинет, вот этот сотрудник, но он почему-то закрыт.
Итак, теперь давайте зайдем уже наконец вот сюда, вот этот вот необследованный нами проход. И здесь я вам советую сделать сохранение. Дело в том, что если вы охотитесь за достижениями, то именно здесь, вот в этом месте игры, можно получить достижение, которое называется «Резня мимиков». Конечно, его можно попробовать получить и в других местах игры, но здесь, по моему наблюдению, вот, по-моему, его получить проще всего. Там, за вот этой гипсовой стеной, притаилось целых 5 мимиков, и вам нужно их всех уничтожить в течение 5 секунд, вот так вот. Поэтому лучше всего воспользоваться боевой концентрацией, бросить туда сначала приманку, чтобы они не разбежались, и после этого кинуть им туда ресайклинг, вот эту гранату, утилизирующую гранату, которая всех моментально и переработает. Только сразу хочу заметить, это очень важно, обратить внимание, что броском этой гранаты вы также утилизируете труп вот этой вот Анализы Гальегос, и вы не сможете его после этого обыскать. Это такой небольшой минус, поэтому так вот, я тут уже не увлекся этим мимиком, и не обратил внимание, что там, оказывается, притаился еще один гаденыш, которого я не просканировал психоскопом. Ну вот, поплатился немножко расшатанного здоровья. Поэтому, по возможности, не повторяйте эту ошибку, всегда сначала тщательно обследуйте. Поэтому, ребята, я сразу забегаю вперед, скажу, что здесь я этот момент переиграл дважды. Я сначала показал, как получить достижение, потом перезагрузился, если вы увидели, я сделал сохранение, и переиграл момент второй раз, и где расправился с мимиками уже обычным способом по старинке, расстреляв их из пистолета, чтобы главное не прибегать к утилизирующей гранате и не уничтожить труп. Но в конечном итоге у меня здесь прохождение все-таки дальше будет так, как если бы я гранату воспользовался, и труп Анализы Гальегос пропал бы у нас. Но сейчас я не хочу это сделать, так как она связана с очень интересным и довольно-таки важным побочным квестом. Так, давайте сначала, прежде чем мы зайдем в ее кабинет, запрыгнем под потолок. Хочу убедиться, что там нет ничего ценного. Потому что у меня было ощущение, что где-то, по-моему, что-то было спрятано. Нет, здесь вроде бы нет. Тем не менее, проверить не мешает. И давайте уже наведемся в ее кабинет, обратить внимание вот на записку сначала. Что здесь вот кто-то смог запереть с помощью гипсовой пушки мимиков. Причем двоих убил, но там еще штук 8, как он написал. Но на самом деле их не 8, их 5. Так, вот обратите внимание, да, что здесь трупа Анализы Гальегос больше нет. И еще обратите внимание, что всякий раз, когда вы разбираетесь с мимиками, пролезаете сюда через окно, это всегда провоцирует атаку одного или даже двух фантомов. Поэтому лучше оставьте обыск уже тщательно изучение офиса на потом и разберитесь с этими мерзавцами сначала, если не хотите попасть под раздачу. Так, вот видите, я, к сожалению, не удостоверился в том, что у меня оружие... что мое ружье заряжено до максимума. Кстати, надо будет со временем обязательно вместимость обойма прокачать. Так, ну вроде бы все. Вроде бы. Надеюсь. Так, я вот еще проверяю, что тут еще не осмотрел. Чашка Петри. Это у нас пойдет на утилизацию. Образец. Лабораторные трубки. Патроны. Так, вот мы видим здесь одного мужчину, который, судя по всему, был убит мимиком, судя по обезображенному, и у него пистолет. Судя по всему, он пришел сюда, чтобы убить, и, судя по всему, он убил Анализу Гальегос. Так, сюда ворвался следом еще один фантом. Их было два. Давайте, так как у меня... Я не успел опять перезарядить обойму, я вот... Успел нанести этот два выстрела и добиваем его гаечным ключом. И закроем, давайте теперь дверь за собой, это уже мне надоело эти внезапные атаки. Теперь здесь все быстренько дособираем. Так, у меня уже похоже, до здесь не влезает
в инвентарь больше. У меня весь инвентарь забит под завязку, поэтому сейчас надо будет разгрузиться. Во-первых, я там подобрал кое-какое оружие, которое можно сразу же разобрать на запчасти. И теперь я вам хочу показать другое видео, где я разобрался с этим запертым мимиком по-другому и где, соответственно, труп Анализы Галлегос у меня сохранился. Здесь мы вот подбираем сообщение. Hello, Dr. Kelstrup. I wanted to follow up on my request to view one of the volunteer abdication contracts. Anna, you're supposed to be off today. I had some free time, so I thought... I've already told you, the VACs are sealed documents. My hands are tied. But isn't there some allowance for the researchers? I mean, my God, I'm the one pushing the button. Look, I understand. I really do. You wouldn't be human if this was easy. I just want to be sure. Believe me, everything we've done is perfectly legal. That's because Talos One is an extranational space. There are no laws. Anna, you're tired. It's affecting your judgment. Now, I've tolerated it for a while, but enough is enough. You need to take some time, understood? Yes, Dr. Kelstrup. I understand. Good. Oh, look, you've made me late for a meeting with Alex. И еще одно сообщение. You sure about this? Not too late to flush it all out an airlock, you know. I'm sure. Are you having second thoughts? No way. I'm in. It's just... I'm not the one incriminating myself. There's no happy ending for me either way. I'm trying not to think about it. Sorry. Did you make arrangements? Mitchell's on board. He's gonna bring me food. I don't need to know the details. Better that way. It has to happen on your next rotation. I put everything in a package labeled Mementos. The package is in my cabin. It's got to go to every media outlet imaginable. Got it. And Quentin, be careful. Security is already scrutinizing me more than usual. Так, мы получаем побочный квест «Правдолюб». Собственно, он посвящен вот этой женщине-ученой, которая стала подозревать, что на станции Талос-1 творится что-то неладное, происходят какие-то незаконные эксперименты, причем порой откровенно жестоко садистски, она решила донести об этом правду общественности. И она подозревает о том, что за ней уже идет слежка. Ну, явно не безосновательно. Итак, давайте здесь все осмотрим. Все, в принципе, мы здесь все осмотрели. Здесь вот можно открыть вот эту дверь, которую мы накануне видели, запертой. Ну, я, наверное, думаю, что на этом на сегодня можно закончить. У меня так получилось уж слишком большое видео. Я еще раз только быстро брошу здесь на все взгляд. Быстро все осмотрю, хочу убедиться в том, что я ничего не пропустил. Так, это лазарет, в котором мы уже были. А, вот видите, вот я забыл смотреть этот шкафчик. Ну, хорошо. Эти я уже вроде бы осмотрел. Да, согласен, конечно, прохождение получилось несколько сумбурным. Уже очень уж большой у меня хронометраж, и очень много всего интересного мы с вами открыли. Но в следующем видео мы продолжим с вами. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Давайте вот сейчас посмотрим на карту, как все наши перемещения, куда нам предстоит идти. Ну и на этом я хотел бы с вами на сегодня попрощаться. С вами был Константин. Всем до скорых встреч и пока.